Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, с вами вновь я, Костян, и рубрика «Готовим просто». Сегодня будем готовить такую, в принципе, можно сказать, быструю закуску. Сейчас все увидите, все по порядку. Сначала покромсаем лучок. В принципе, нет, мы его сейчас сначала не покромсаем. Сначала мы закинем морковочку на сковородку. Маленько осталось еще морковки. Сейчас мы ее... Есть у нас тут топленое масло. Почему топленое? Ну, потому что... Вон, смотрите, сколько воды. Хрен знает, что это за масло. Ну, получается вот такое. Чтоб не пропало, мы его сейчас используем. А вот эту воду... Эту воду сюда собачкам. Так. Блин, лук почистил. На соплю пробило. Короче, это на плиту. Пока она у нас греется. Порежем лучок. Времени хватает. Лучок пророс. Есть зеленый. Он нам тоже пригодится. Он ничего не испортит. Будет только лучше, я так думаю. Начнем готовить. Начнем готовить наше такое быстрое блюдо, быструю закуску. Не совсем быструю, конечно. Ну, в принципе, если у вас еще не ужин, есть до этого пара часов, то времени как раз хватит. О, маслица затрещала. Дышать еще хреново. С ребрами у меня беда. Шевелиться тоже как бы. Блин, погода за окном вообще классная. Стоит 2 дня, я уже 2 дня просто на диване. Меня уже это начинает в депрессию вгонять. Как затрещало. Маслица у нас затрещала. Давай, пускай морковка трещит там. Убавим. Убавим, прикроем. Пускай оттает сначала. Маслица пахнет вроде вкусно, но маслица какое-то попалась, можно сказать, пропащее почти. Поэтому перетопили его. Так, лук у нас готов. Морковка жарится. Короче, сначала подпекем маленько морковку. Так, думаю, ложка мне сейчас не понадобится. Мне понадобится лопатка. Угу. Лопатка есть. Пропасть не будем. Да, это маленько ждать надо, чтобы она там оттаяла. Так, ну этого масла нам недостаточно. Кидаем еще кусочек. Пока кусочек. Ну, думаю, вот этого точно уже хватит. Точно достаточно масла. Морковки тоже вроде достаточно. Ну, больше нет. На данный момент больше нет. В магазин идти я не иду. Так что я лечусь, лежачий, больной. Чтоб совсем уже в депрессию не залезть, решил приготовить. Ну и есть чего готовить на данный момент. Тут ничего не пропало. Мы сейчас этот готовим.
взял я пару луковиц. Ну, они такие жухленькие, конечно. Но если бы нормальная была, конечно, одной бы хватило крупной луковицы. Но я буду использовать две. Так, лучок маленько с морковочкой подсолим. Чуть-чуть. Он так возьмется быстрее. Жарим дальше. Ну так, маленько обжарили. Все это дело подготовилось. Пока это мы в отдельную чашечку. Чтоб не марать вторую сковородку, так практичнее будет. Мы эту освободим. И все. Чик, готово. Так, это ставим сюда, чтобы у нас тепло шло, чтобы это масло не застыло. Сковородку пока сюда, плитку не отключаем. Так, дальше. Так, вчера нам маленько повезло. Покупали на Лима Коту два штуки. И в одном была просто обалденная Макса. Вот такая, друзья, она здоровая. Вот вторая половина от нее. Короче, Максы вышло больше килограмма. И чтоб она у нас не пропала, мы ее сейчас забубеним. Всю, конечно, мне не удастся использовать. Вот как раз вот такой вот кусманчик пойдет, а этот останется на уху. Хорошая такая максишка, чистенькая. Надеюсь, у каждого найдется в холодильнике. Ну, а если не найдется, можете просто взять печень трески. Ну, желательно не из банки, а свежую, конечно. Из банки пробовал. Блин, такая гадость. Не понимаю, как ее едят. Сейчас посмотрим, на сковородку кинем, если что, и тот кусочек дорежем. Так, вот она, наша Максочка. Сейчас мы ее тоже на сковородочку. Блюдо я это уже готовил. Готовлю я всегда по-разному. Когда так, когда сяк. И что есть, добавляю. Пробую что-то новое. Сегодня попробуем почти по-старому. Добавим маленько нового. Макса долго не хранится. Так что лучше ее быстро использовать, чтобы она не, ну, она начинает отдавать таким этим своеобразным таким запахом, вкусом. Так что лучше ее сразу свеженькую. Вчера не удалось сразу приготовить, так как на Лима привезли поздно. Ну, делаем сегодня. Тоже ее тут же на месте маленько подсолим. Она когда обжаривается, все равно маленько получше впитывает соль. Ну и лишнего практически не берет. Потому что это жир. Рыбий жир. Ну вот и все, друзья, жарка закончилась. Получается, ну, минуты по 3-4, максимум 5 я ее обжарил с каждой стороны, чтобы сильно не выжарить, все свежее. Все, сваливаем в мисочку, какая удобна. Это дело. Жир сливать сюда не будем.
жир сольем собачкам. Сковородку сразу замочим. Потом, когда все доделаем, помоем посуду. Так. Да, собака мне лишняя будет. Сковородочку замочим. Так. Все. Делаем дальше. Дальше у нас идет. Что у нас идет дальше? Нам понадобится еще соль, стопудово, перец. Так, это у нас останется на уху. Точно останется. Потому что тут мне хватит. У меня жирное мало кто ест. Все, это все мы фигачим. Ложку. Ложку надо. Надо ложку. Все фигачим в одну тару. О, тарелка горячая, масло не застыло. Все отлично. Так. Раковину. Так. Еще нам понадобится чуть-чуть масла нетопленого. Не знаю сколько, ну грамм 50 пойдет. Оно у меня мягенькое. Все будет отлично. Так, берем одно яичко вареное. Маленько его крошим. Чуть-чуть. Сильно не обязательно крошить. Все это тоже сюда. Я думаю, уже многие поняли, о чем идет речь. Ну, так, это мы оставим. Это мы пока оставим. Дальше перчим. Сначала немного. Что-то не вижу, идет, не идет. Дробилка работать перестала. Ты че, ё-моё? Ага, дроблю тут стою, там крышка закрыта. Ладно, главное это не переборщить. Все, чуть-чуть хватит его туда. Нет, еще чуть-чуть добавим. Тут смесь перцев. Белый, черный, душистый. Короче, в кучу там. Еще посолим. Все, Макса заберет всю соль. Будет все путем. Все отлично. Все отличненько. Все это у нас в куче. Дальше что мы делаем? Дальше берем лимончик. Буквально чуть-чуть, ну, с пол чайной ложки. Перемесили это дело. Это сюда. Извиняйте, света мало. Как есть. Сколько есть, света столько есть. Берем вот эту дурмашинку. Ну и поперли на высоких оборотах. В принципе, все. Почти. Почти все. Ну-ка, тут полминуты и готово.
Надо торопиться, пока все горячее. Потому что это все очень жирно. Все это сразу лучше сполоснуть. Пока споласкиваем, потом помоем. Уже с Фэри. Так, это у нас готово. Это у нас кипяточек. Дальше что нам надо сделать? Дальше нам надо попробовать на соль. Пробуем на соль. Понимаем, что это очень вкусно. Но соли не хватает. Маленько досаливаем. Соль по вкусу, перец тоже. Это не принципиально. Кто как любит. Главное все быстро делать, чтобы пока это все горячее. Чтобы это все успело раствориться. Ну и что, зеленый лучок. Возьмем только перышки. Такие вот самые перышки. Меленько его покрошим. Жена, может, хотела использовать на салат. Ну и уже поздно. Пока дома никого нет, я тут шуршу. Так, ну этого будет мало. Ну, вот эти все перышки порубим. Ну все, лучок этот сюда. Он у нас будет не перемолотый. Красивенький. На бутерброде он никак не помешает. Кто-то скажет, надо положить на бутерброд свежее перышко. Ну, я думаю, будет и так все отлично. Потопим его там. Это дело мы перемесили. Свежей петрушки у нас нет. Есть сушеная. Так, это укропчик. В принципе, можно и укропчика маленько. Чуть-чуть совсем, щепотку. Запах хороший. Укропчик. Укропчик и петрушка от Петра Тюрина. Всего это по щепотке бросим. Никаких приправ с пачек брать не будем. Только вот такие естественные продукты. Ну вот и все. А теперь ищем тару. Обязательно с крышкой. Потому что столько за раз не съесть. Иначе порвет ночью нафиг. На унитазе. Ищем с крышкой, чтобы закрывалось плотно и хранилось в холодильнике. Что у меня то большой, то маленький контейнер. Ладно, сначала в этот, потом поглядим. Ну, думаю, войдет как раз. Кого там гоняют. Соседи облаивают. Мои беспокойные. Молодой тоже уже с ними бегает, орет. Чего орет, не понимает. Все как раз у меня тут вошло. Так, чашку сразу ополоснем. Ну вот и все, друзья, быстро, ну, буквально за полчаса, наверное, приготовил вот такой паштетик. Сейчас мы его, ну, в чьем-то случае его в холодильник, в моем случае я его просто сейчас на улицу выставлю. Пускай он постоит часик, окрепнет, и будет классный паштет. Намазал на хлебушек, если есть свежая зелень, сверху ее чик-чик. И под стопарик холодный, это будет классная закуска. Всем приятного аппетита. Ну и до встречи, друзья. Не знаю, когда на реке. Ребра у меня болят.
Не знаю, когда это будет. Ну, когда-то, может, будет. У нас еще тут сегодня как бы не новость. А, блин. Короче, хреновая новость. Перестали у нас продавать бензин на заправке. И поселок остался без бензина. Все, Туруханск Энергоком сказал, нет бензина вам. Только нам. Весь поселок сидит без бензина. WhatsApp кричит, продайте, продайте кругом. Кто продаст бензина? Все, оставили всех без горючки. Ну да ладно. Че мы о плохом? Будем о хорошем. Все это закупориваем. Выносим на улицу. А вечером ужинаем, как положено. До новых встреч, друзья. До новых встреч на канале «Это не диалоги о рыбалке». Ну и в рубрике «Готовим просто». Вот так все просто.